В Нижневартовской городской поликлинике впервые открылся кабинет врача-аритмолога. Он принимает пациентов с выявленным нарушением сердечного ритма, в том числе с установленными кардиостимуляторами. Прием узкого специалиста очень востребован. В городе на учете с различными сердечно-сосудистыми патологиями стоят более 43 тысяч горожан. Аритмолог будет обслуживать пациентов всей восточной зоны округа. Кабинет оборудован новейшей аппаратурой, предназначенной для экспресс-контроля имплантированных устройств. Врач не только проверяет параметры, но и помогает наладить работу кардиостимулятора. Все данные сохраняются в памяти компьютера, что очень удобно при последующих приемах. В скором времени в кабинет поступит еще современный электрокардиограф. В день специалист принимает до 20 пациентов. Среди них много больных с нарушением ритма после перенесенной коронавирусной инфекции, которым также требуется реабилитация. Раньше, чтобы попасть на прием к аритмологу, вартовчанам и жителям района приходилось ездить в Сургут и Ханты-Мансийск. Сейчас в последнее время очень много пациентов с нарушениями ритма. И это с каждым временем становится все больше и больше. И после ковидных заболеваний пациенты с нарушением ритма приходят чаще. Поэтому сейчас это очень необходимо и актуально, и пациенты нуждаются в этом кабинете. Только это делается для того, чтобы пациенты Нижневартовска и Нижневартовского района, им не приходилось уезжать в Сургут, здесь у нас будут проверяться.